Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас 11 февраля 2022 года, и мы находимся у нас в теплице, где растут огурцы, идет сбор с первой партии. И мы сегодня вам хотим показать вот первая ранняя партия, там 13-15 числа декабря высаживался, и сейчас идет массовое плодоношение. Хотя в этом году пасмурный год, вот посмотрите, у нас нижний ярус ушел, вот сейчас уже верхний ярус идет. Здесь через день проходят сборы, можете посмотреть, вот она в каком виде. Потому что здесь вот то солнце, то пасмурные дни, неделю, может быть, 2-3 дня солнца, но тем не менее. Вот посмотрите, она какое идет плодоношение, ну массовое плодоношение, именно вот этот в середине декабря высаженная рассада, и сейчас он идет. Вот можете посмотреть, вон сюда вот упаковывая, здесь можно показать сетки, и вот посмотрите, то есть вся теплица буквально увешана огурцами. Вот можно посмотреть, что эта зона, вот посмотрите, что та зона, вот нижняя, верхняя, вот сюда можно показать, вот посмотрите, сюда вот идет сплошные, вот средняя и верхняя зона идет. Сюда можно посмотреть, вот она, то есть полностью взвешенная огурцами. Это и вот идет сбор, упаковка, огурцы качественные, темные, цветками. Идет, посмотрите, то есть вот сейчас у нас очень высокие цены на огурцы идут, и спрос большой, многие теплицы в этот период не могут получить такие сборы урожая. Чтобы получить именно вот в этот период урожай, то, что я вам говорил, вот с рассадного отделения, досветка, температура, питание, вот потом высадка, пленка, это все влияет на урожай, то есть ноги должны быть теплее, вот у нас пленка и растения. В этом году, конечно, очень много пасмурных дней, но тем не менее мы старались вот температуру чуть-чуть снижать, чуть поднимать, солнечные дни, вот эта неделя была, чуть увеличивали азотные подкормки, потом натурамином. Вот подкормки шли у нас, корневые подкормки шли, то, что я вам говорил, райса, эндровел. И вот сейчас результат у нас идет такой вот на виду. То есть, если хотите очень ранние сборы, массовые, полноценные сборы вот в этот период, вы должны соблюдать все условия, те, что растения просят. Если что-то делаете, хоть одно условие не выполните, у вас такого урожая вы не получите. Это очень такой капризный, очень чувствительный культура, которая реагирует на все, и на температуру, и на питание, и на свет, на температуру, микроклимат, влажность. Вот если все вы будете держать, тогда будете вот такие вот полноценные сборы получать. На этом все. Спасибо за внимание.